Приветствую всех зрителей канала «Час ремонта». При проведении различного рода строительных и ремонтных работ требуется применение шуруповерта. В этом видео я расскажу вам о 7 лучших шуруповертах американского бренда DEWALT, которые пользуются большой популярностью у профессионалов по всему миру за свою надежность, производительность, эргономику и многое другое. Я расскажу о ключевых достоинствах каждого шуруповерта, а в описании под роликом оставлю ссылки на специализированные ресурсы, на которых вы сможете узнать стоимость всех участников топа. Будет интересно, так что смотрите видео до конца. Не забывайте о лайках, комментариях, а также подписываться и жать на колокольчик. Ведь на канале «Час ремонта» регулярно выходит много новых рейтингов и обзоров различных инструментов и других товаров, которые могут быть вам интересны. Ну а я тем временем начну топ-7 лучших шуруповертов DEWALT. Поехали! DEWALT DCD-701D2 – это компактный и легкий шуруповерт, который подойдет профессионалам для регулярных ремонтостроительных работ. Он отлично справляется с закручиванием и выкручиванием саморезов, а также позволяет сверлить отверстия в дереве и металле, максимальный диаметр которых может быть 20 и 10 мм соответственно. Для точного выставления параметров обработки конкретной поверхности в инструменте предусмотрено 15 положений крутящего момента и 2 скорости с максимальной частотой вращения 1500 оборотов в минуту. К достоинствам этого шуруповерта стоит отнести бесщеточный двигатель с высоким КПД, который обеспечивает большую продолжительность работы без перезаряда аккумулятора. Кроме того, отсутствие в двигателе щеток увеличивает рабочий ресурс инструмента. Также стоит отметить блокировку шпинделя, который способствует быстрой смене насадок одной рукой. А для работы в местах с плохим освещением у этого инструмента имеется встроенная подсветка. Весит шуруповерт всего 840 грамм, так что его будет удобно держать в руке долгое время. Также стоит отметить, что на его корпусе присутствуют прорезиненные вставки, обеспечивающие надежный хват, а благодаря наличию специальной клипсы его можно будет носить на поясе. Ну а что касается комплектации, то приобрести такой шуруповерт можно будет вместе с зарядным устройством, парочкой аккумуляторов емкостью по 2 ампер в час и кейсом для удобного хранения и транспортировки. Далее в нашем топе идет DEWALT DCD-771D2. Этот шуруповерт подходит для выполнения широкого спектра задач и легко справляется не только с саморезами, но и позволяет сверлить отверстия диаметром до 30 мм в дереве и до 13 мм в металлических изделиях. Для гибкой настройки параметров работы с теми или иными материалами данный инструмент имеет двухступенчатую передачу и 15-ступенчатый регулятор крутящего момента. Долговечность этому шуруповерту обеспечивают износостойкие металлические шестерни редуктора, значительно продлевающие рабочий ресурс инструмента. А для работы в плохо освещенных местах у него имеется яркая подсветка. Также стоит отметить, что шуруповерт оснащен быстрозажимным патроном, который позволяет легко и в кратчайший срок менять оснастку. Весит данный инструмент менее 1,5 кг, его удобно держать в руке из-за небольшого веса и эргономичной формы рукояти. Кстати, рукоятка у него прорезиненная, что обеспечивает надежный хват инструмента при выполнении работ. Поставляется этот шуруповерт в комплекте с кейсом для удобного хранения и транспортировки инструмента, зарядным устройством, а также с 2 литий-ионными аккумуляторами, которые имеют емкость в 2 ампер в час и оснащены системой балансировки заряда, что обеспечивает равномерное распределение энергии по ячейкам аккумулятора. А значит, их хватит надолго и часто заряжать аккумуляторы не придется. Продолжает наш топ DEWALT DCD-791D2. Он может похвастаться максимальным значением крутящего момента в 70 ньютона-метров и износостойким бесщеточным двигателем, обеспечивающим высокую производительность без перегрева инструмента за счет отсутствия трения щеточного узла. Скорость и крутящий момент устройства можно будет регулировать в широком диапазоне, подбирая оптимальные параметры для работы с теми или иными материалами. А еще в этом шуруповерте имеется быстрозажимный патрон и подсветка, которая позволит комфортно работать с ним в темное время суток, и есть интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом. В случае перегрева он автоматически выключит шуруповерт и не даст ему выйти из строя. Вес этого инструмента составляет всего 1,15 кг, так что даже при продолжительной работе рука не устанет держать его, а эргономичная рукоятка с прорезиненной противоскользящей накладкой обеспечивает надежный хват. Поставляется данный шуруповерт в небольшом кейсе в комплекте с поясной клипсой, магнитным держателем, зарядным устройством и 2 аккумуляторами, которые отлично держат заряд.
Владельцы данного инструмента отзываются о нем строго положительно и отмечают его высокую мощность и эффективность во время строительных работ, а также легкий вес и эргономику. Так что если вам нужен мощный и удобный шуруповерт, то стоит обратить внимание на эту модель. Следующий герой нашего топа – DEWALT DCD-996P2. Максимальный крутящий момент этого инструмента достигает 95 ньютона-метров, а выходная мощность равна 820 ваттам. С его помощью можно будет не только закручивать саморезы, сверлить металл и дерево, но даже сверлить отверстия в бетоне. Поэтому такой шуруповерт отлично подойдет для выполнения широкого спектра задач. Для оптимальной настройки тех или иных видов работ в этом шуруповерте предусмотрена 11-ступенчатая регулировка крутящего момента, что позволит идеально настроить его работу с разными материалами. А 13-мм быстрозажимной патрон с храповиком и автоматической блокировкой вращения обеспечивает быструю смену принадлежностей. Пользоваться таким шуруповертом можно на постоянной основе. Установленный в нем бесщеточный двигатель и отсутствие нагрева положительно сказывается на долговечности инструмента, за что он и пользуется большой популярностью у профессионалов. Из других особенностей этого шуруповерта стоит отметить яркую подсветку, которая пригодится в темное время суток. Предусмотрено 3 режима свечения с разной интенсивностью и временем работы. А еще этот шуруповерт имеет клипсу для ношения на поясе и прорезиненный корпус, обеспечивающий надежный хват инструмента при выполнении работ. Ну а что касается аккумуляторов, идущих в комплекте, то благодаря емкости в 5 ампер в час их не придется часто заряжать. Так что такой шуруповерт сможет активно эксплуатироваться на протяжении целого дня. В общем, такой шуруповерт станет отличным вариантом для профессионалов, а узнать его стоимость можно на специализированных ресурсах, ссылки на которые указаны в описании. Там же вы найдете ссылки и на других участников данного топа. Шуруповерт DEWALT DCD-991P2 во многом похож на предыдущего участника, но не имеет ударного механизма для сверления отверстий в бетоне или кирпиче, но зато с откручиванием и выкручиванием саморезов, а также сверлением металла и дерева он справляется отлично. Ведь шуруповерт имеет 11-позиционный регулятор крутящего момента с максимальным значением в 95 ньютона-метров, что обеспечивает ему высокую производительность при выполнении различных задач. Также стоит отметить, что в этом инструменте бесшумный трехскоростной полностью металлический редуктор, который обеспечивает оптимальную производительность, увеличенное время непрерывной работы и долгий срок службы. А еще шуруповерт оснащен быстрозажимным патроном и лампой, обеспечивающей яркую подсветку рабочей области. Весит такой шуруповерт всего 1,5 кг. Помимо основной эргономичной рукоятки с резиновыми накладками, он имеет еще и боковую рукоять, так что работать с ним будет удобно из любого положения. Также он имеет клипсу для удобного ношения на ремне. А работает он от аккумулятора емкостью 5 ампер в час, которого хватит надолго. В комплекте с шуруповертом будет 2 таких аккумулятора, плюс зарядное устройство, а также кейс для удобной транспортировки и хранения. Продолжает наш топ DEWALT DCD-777D2T. Это компактный и легкий шуруповерт, который будет удобно держать в руке благодаря небольшому весу и рукоятке эргономичной формы с резиновыми вставками для обеспечения надежного хвата. К достоинствам этого инструмента стоит отнести бесщеточный двигатель, обеспечивающий высокую производительность без перегрева. Шуруповерт имеет 15 регулировок крутящего момента с максимальным значением в 65 ньютона-метров, 2 скорости работы, быстрозажимный патрон и позволяет помимо закручивания и выкручивания шуруповертов сверлить отверстия в металле диаметром до 13 мм и в дереве диаметром до 30 мм. Сверлит шуруповерт, как отмечают владельцы, отлично, и патрон у него надежно держит сверло, не раскручиваясь во время работы. Комфорта при работе также добавляет возможность блокировки шпинделя и наличие подсветки с функцией задержки, которая способствует улучшению видимости при слабом освещении. Продается такой шуруповерт в комплекте с удобным кейсом, где помимо самого инструмента будет зарядное устройство и парочка аккумуляторов емкостью по 2 ампера в час, которые отлично держат заряд. Завершает наш топ DEWALT DCF-620D2K. Он предназначен для монтажа плит из гипсокартона и имеет ограничитель глубины сверления, который позволяет значительно повысить точность работы и осуществлять монтаж плит с особой аккуратностью.
Подача шурупов у этого инструмента может осуществляться автоматически или вручную. И благодаря регулировке выноса носовой части можно будет использовать шурупы различной длины. Из достоинств этого шуруповерта также стоит отметить высокоресурсный бесщеточный двигатель с большим КПД, который значительно увеличивает общий ресурс инструмента. Весит такой шуруповерт немного, и его прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват. Кроме того, имеется дополнительная рукоятка для более удобной работы в разных положениях и клипса для ношения инструмента на ремне. А еще он имеет подсветку и аккумулятор, который отлично держит заряд. Аккумулятора в комплекте идет две штуки, плюс имеется зарядка и кейс для удобной транспортировки и хранения. Владельцы отзываются об этом шуруповерте строго положительно, отмечая, что это один из лучших вариантов на рынке для монтажа, когда требуется установка большого количества саморезов. На этом у меня все. Ссылки на ресурсы, где вы сможете узнать цены на эти шуруповерты, как я уже говорил, вы найдете в описании. Ставьте лайк и пишите в комментариях, какой шуруповерт вам нравится больше всего. А также подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых обзоров и топов на канале Час Ремонта. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!